Всем привет! Генератор импульсов, микросхема ER2110. Смотрим, что она вообще может выдать. 10 наносекунд в клетку. Видим, что фронт закрытия 10 наносекунд. Посмотрим фронт открытия. Фронт открытия тоже 10 наносекунд. Подключил комплементарную пару КТ-972, КТ-973. Транзисторы Дарлингтона. Микросхема LA3. Потом КТ-315, потом Дарлингтон. Теперь смотрим, что они выдают. 10 наносекунд в клетку. Фронт закрытия где-то 12 наносекунд. Фронт открытия размытый. Ну, это понятно. Теперь нужно подобрать транзисторы таким же фронтом. Вот так. Всем пока.